Александр, Валентина, мы с вами договаривались, что вы расскажете о добавках, которые можно там бензин для экономии. Хорошо? Спасибо. Вот эта жидкость, которую я использую для очистки машины. У нас бензин не евро. Поэтому, Согласна. Да, поэтому, как и организм, я как медик вам скажу, машине тоже нужна очистка. Ага. Вот это продукт, вы видите, как называется, Макс Про. Да, Макс Про. Вот я его сейчас буду заливать в бак. Бак у меня заправленный, я весь эту жидкость всю вливаю. Хорошо, хорошо. Его достаточно одной бутылки на бак? Достаточно одной бутылки, раз в полгода я делаю очистку. Достаточно. Это он чистит всю топливную систему, инжектора. Печатный. Ну, да, вскрываем его. Ногти у меня еще не отросли. Да. И пускаем, мы заливаем туда. И достаточно просто, да? Бульбуль. Очень просто. На полгода хватает. Машина бегает как птичка. Летает как птичка. То есть вы чувствуете, что есть разница, конечно, да? И приемистость повышается, и двигатель работает чище. Хорошо. Ясненько. Так, спасибо. А вот если, это раз в полгода, а на каждый раз, когда заправляется, есть что-нибудь раз, у вас? Чтобы экономить и бензин, и прочищать системы выхлопа, мы используем продукт, который называется МПДЖ-буст. У меня я уже почти за год его весь использовала. То есть хватает одного кубика, одного миллилитра, шприцом набираете на 10 литров бензина. И сколько в баке, столько и... Да, и на данный момент у меня, экономия начинается с 3-4 бака, да. На данный момент экономия у меня уже 25%. Это стабильно. Это хорошо при наших зарплатах. Каждый 4-й бак у меня 10 ватт, поэтому я могу... Да. Хорошо. Спасибо. Как это можно заказать? Это заказать можно через интернет. Через интернет, да? Мы с вами договорим сейчас, да, хорошо? Да, или я вам на телефончик. Все, вот. Спасибо большое. Спасибо. Вам всего доброго, счастливой дороги. До свидания.